Здравствуйте, я Николай Карпушов, сами родом из Солгона, собрал в Ужуре коллекцию раритетных автомобилей. Мне 62 года, я в детстве стал собирать мотоциклы, так как машин не было. Потом появились машины, но денег не хватало. Я брал старые автомобили, собирал, на них ездил. И все, как бы это самое, тянулся. Машины не как дети, за ними нужен уход. Вот надо будет им поменять их масло, все это протереть, смазать. Ну, они пылью, снегом заметают их. Вот приходит за ними ходить и ухаживать. Вот это вот самая моя любимая машина. Потому что в детстве, на которой машине катали, мне катали, это был ГАЗ-51. Раньше других машин не было, были только газики. Она мне казалась большой, такой красивой. Хотя, вы знаете, когда маленькая, даже мне не влажно. Казалось, когда маленькая. А раньше мне казалось, она большой. Ко мне приезжают, смотрят, с детьми приезжают, фотографируются туда-сюда, недовольны. Соседи мне хорошие. Есть, раньше была свалка, можно так сказать, городская. Все соседи собрались, никто не отказал, все пришли, мне помогали. Места мало, в общем, мне территории мало. Вот я думаю, весной, все это лишнее повыбирать, взять на металлолом, а оставить те машины, которые это самое, людям интересны. We'll be right back.